Ну что ж, всем большой привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, и, в общем-то, мы продолжаем проходить эту веселую игру, ну и попутно, как вы уже поняли, нам нужно добраться до гаража. А вот, гаражик у нас находится вот здесь, теперь у нас туда есть пропуск, а это значит, что все будет хорошо, правильно. Все будет просто замечательно, и, собственно, дело мы раскрыли, быстро довольно-таки все сделали, и никаких особых проблем не испытали. Также купили две интересных плюшечки, которые нам впоследствии пригодятся, так что все классно просто. Доступ в гараж ограничен. У меня есть разрешение, извините. Да, пропуск подлинный. Будьте осторожны на дорогах, в Алиутской долине плохая погода. Ну уж разберусь как-нибудь, но спасибо. Так, ладно. Ясно, понятно. Значит, вот что было у Азари в ящиках. Ух! Ух! Так. Нехило. Ху-ху-ху, как разрушитель разлетается. Лол. Вы просто посмотрите на это. Я разрушитель выношу, не знаю, с трех патронов. Что это за твари? Рассыпается, перекрестит все. Чуть никого не пускать, не пускать. Что это за твари? Все? Больше ничего не сказал? Что вы здесь устроили, капитан? Я? Я потерпевшая? На нас напали геты. Геты? По-вашему, я... Откуда они взялись? Могу предположить, что матриарх привезла их с собой в контейнерах. Я в это не верю. Ее багаж прошел через сканеры. В нем не было ни источников энергии, ни нулевого элемента. Если они были в контейнерах Бенезии Сама, здесь их может быть еще много. Мне нужны цифры, капитан. Десяток? Сотня? По крайней мере, десятки. Это машины, их можно плотно упаковать. Я должна доложить совету директоров. Если слухи о гетах распространятся, инвесторы запаникуют. Да, у вас, кажется, проблемы, ребятки. Ладно, на самом деле нам действительно нужно садиться уже в Мака и валить отсюда к фигам, потому что... Нечего нам, в общем-то, здесь делать. Криопатроны, полониевые патроны... О! Полониевые патроны. Замечательно. Так, взять все. Полониевые патроны у нас 5 уровня. Крио-патроны. Ага. О! Великолепно! Еее! Плюс 50. Плюс 50 урона. Ура! Уря. Так. Можно подняться повыше здесь, по-моему, но совсем высоко подняться не получится, да. Ну и ладно. Возможно, здесь есть что-нибудь еще интересное. Сейчас мы быстренько пробежимся. Нам все равно в ту сторону бежать, так что разницы особой не будет. Ну что-то я здесь намекал на то, что мне пора бы уже выехать на Мака, наверное. Ну ладно, давайте сохраняемся. У меня теперь очень мощное оружие, и в принципе я уже, по-моему, могу ничего особо не бояться, за исключением того, что мне по шапке не дают. Это основная моя проблема. Уровень опасности первый. И, по-моему, именно на этой планетке нас ждет очень много веселья, дорогие мои друзья. И следующая часть миссии будет просто-напросто очень интересной и классной. И, по-моему, я здесь могу умереть, если я свалюсь вот как раз-таки вот в эти обрывы, о которых я вам говорил. Ну, не так давно, в общем, говорил. Вот такие вот дела. Вот такие вот пироги. Ладненько. Но я думаю, что мы все равно доедем туда, куда надо. Сделаем то, что надо. Ой. Называется, отвлекся ненадолго. И будет у нас все классно. Так, какой-то ящик. Давайте выйдем, посмотрим, что за ящик. Торнадо, уравнитель, исследователь. Замечательно. Потом посмотрим, что это нам дало. В любом случае, это что-то полезное в виде либо оружия, либо еще чего-нибудь такого типа. Сначала турельку, потом все остальное. Отлично. В принципе, они нам особо ничего не могут сделать. Но, тем не менее.
По-моему, вот так. Упс. Ой! Так вот здесь много, ребятки. Так, аккуратненько начинаем их расстреливать. Так. Замечательно. И еще ты. Замечательно. Вот здесь можно набор улучшений забирать. Классно, не правда ли? И, по-моему, еще вот здесь вот тоже можно забрать набор улучшений. Главное, надолго не выходить из автомобиля. Что не может меня не радовать, потому что я не люблю высовываться в такую... такой местности из автомобиля. Ясно, понятно. Самым лучшим вариантом будет расстреливать всю эту гадость прямо-таки отсюда, не прибегая к близкому, так сказать, контакту. Вот замечательно. Как-то вот так мы это и сделаем. Так, низкая сложность дешифровки. Давайте по-быстрому ее откроем. Почему бы нет? Гладиатор, стингер, пистолет, все дела. Так, еще одна низкая сложность дешифровки. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Замечательно. Забрать. Здесь больше ни черта вроде бы нету, кроме вот этого щита, который не так долго будет стоять, как кажется. И мы поехали дальше. Не знаю, мне очень нравится вот эта миссия, как раз таки из-за того, что она на холодной планете. И как я уже говорил ранее, если я свалюсь вот в эти вот обрывы, в общем, мне чуть-чуть будет попа. Здесь очень много врагов. Поэтому нужно быть осторожным, аккуратным. И все дела. Ну, кстати, у нас закончилась чуть-чуть музыка. Ибо нефиг. Замечательно. Так, по-хорошему нам нужно будет скоро починить нашего Мако. Но я думаю, что мы пока справляемся. Главное не забывать сохраняться, тогда у нас будет все совсем хорошо. Насколько я помню, вот там вот у нас есть не очень хороший чувачело. Отлично. Ай, черт, попал все-таки, гад. Выходим, забираем пенициллин, едем дальше. Нам он на самом деле не нужен, но почему бы не забрать, правильно? Так. Круто. Давайте аккуратненько будем проходить. И надеяться на то, что мы не встретим большого сопротивления, что на самом деле не является... правдой, потому что мы сопротивление в любом случае при любом раскладе встретим. Но можем уничтожить его, скажем так, заранее немножечко. Наперед, как говорится. Главное ехать аккуратненько. Ну, или вот так. Ладненько. Замечательно. Так. Быстрое сохранение завершено. Все просто замечательно. Не хочу я вниз падать. Да и нет желания потом оттуда убираться, даже если я не умру. Во что я не очень-то хорошо верю.
Нет, скорее всего, я, конечно, не умру, но... Знаете, все равно желания нету. Да падать. Кабум. И здесь нам проехать не дадут. Здесь только пешком. Уровень опасности опять-таки один. Сохраняемся, пока мы можем сохраниться. Что теперь? Нам придется избавляться от гетов. Ну и не только от гетов, кстати говоря. Ух! Круто-то. Вот момент, когда Джаггернаут тоже рассыпается как говно. Но-но-но-но-но-но-но-но. Классно. Так. Вот и вражина. А вот еще одна. Даже не одна, а две. Кроганы, правда, уже не так быстро рассыпаются от этой пушки. Но... Тем не менее, рассыпаются. Внимание пользователей! Все комплексы вершины 15 сильно повреждены. Ясень красен. На территории присутствуют биологически опасные материалы. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Нам надо снова включить реакторы. Согласен. Ладно, надо будет подумать, как это сделать получше. Ручное отключение, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Черт. Нет, жопа. Придется использовать унигель. Хотя там ничего интересного, в принципе, не было. Ну ладно, не страшно, на самом деле. Жалко, конечно, что пришлось использовать унигель, потому что я сохранился очень поздно. Надо было сохраниться там. Ну, не все, так сказать, сильно проблемно, на самом деле. Не нравится. Что за говнюк поставил турели задом наперед? Им так же важно никого не выпускать наружу, как не впускать никого внутрь. Ага. Ну ладно. Не нравится мне это, дорогие друзья. Так, это лифт. Но я хочу все-таки открыть набор улучшений. Все взять и посмотреть, можно ли здесь что-то сделать. Отлично. Как всегда, много всякой всячины. Давайте посмотрим, можно ли уничтожить турели. Ага, собственные турели стрелять нельзя. Ну, как бы они типа наши собственности. В каком-то смысле. Так, ну вот стою, я смотрю на вас, идиотов, и чё? И почему вы все время молчите? Ну давайте, рассказывайте мне, рассказывайте, почему вы молчаливые такие? Так. Пока гет-солдат. Пока еще один гет-солдат. Штурмовик тоже пока. Как я уже сказал, я теперь не испытываю с ними проблем, в принципе, никаких. Они у меня улетают, как только я их вижу. Что это? Что это? Да мусор, небось, без паники, я же с вами. Оу. Какой-то большой мусор, нет? Что это были за твари? Провалиться мне, если я знаю. Но кое-кто на этой горе знает. А вообще, по-хорошему, ты должен был знать, кто это такие. Вы как раз воевали с Рахни, насколько мне не изменяет память. Ай, Рекс, почему ты не учил историю, а? Ну да ладно.
Так. Давайте потихонечку наверх-то подниматься. Кстати говоря, знаете, я хочу проверить... Окей, взять все. Я хочу проверить еще кое-что интересное. У нас медицинский интерфейс есть более хорошего уровня, чем тот, что есть у нас? Да, круто. А вот... Ну, хотя навряд ли я все равно найду какую-то более хорошую пушку, на самом деле. Полониевые патроны. Так. Да нет, в принципе, ничего, кроме полониевых патронов, я, наверное, и не найду. Но то, что у нас есть теперь вот эта пушечка, это просто замечательно. Так, ладно. Ручное отключение, конечно же. Замечательно. Взять, 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 взять. О, аптечка. Поговорим о птичках. Будьте внимательны. Лучше подождите, чем... Ты откуда здесь вывалился? Тебя здесь не было. Почему быстрое сохранение не удалось? Ага, вот отлично, удалось. Бедный Гарус у нас просто умирает потихонечку. Надеюсь, в лифте он восстановится. Так. Все как-то тихо и медленно так. Я надеюсь, что я успею все сделать. Должно быть для главного здания станции. Ну так долбаните по ней. Да включите. Застряли, бедняжки. Ау. Так, электронные замки отключены. Обратитесь к виртуальному интеллекту станции, чтобы открыть их. Ну ладно. Для перезагрузки недостаточно энергии. К ядерному реактору. Давайте в электроузел залезем тогда. Ошибка запуска. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Требуется ручная загрузка. И где мне делать ручную загрузку? Так, взять. Отстанет от стены уже. Я, честно говоря, не помню, где мне сделать ручную загрузку напрямую, но попробуем сейчас. Ага. Ребят! Пацаны! Я чё, один? Ну ладно. Кстати, не понравился этот звук. Так, ремонт, 100 единиц у Нигеля. А, похоже, что ВИ вышел из строя. Вы можете попытаться вручную сконфигурировать модуль данных, либо использовать у Нигеля, чтобы отремонтировать поврежденную систему. Ну, попробуем сделать это вручную. Ядро 1. Так. А мне куда, собственно, надо, получается? Ладно, я не буду геморроиться, я не помню, как это делать. Подтвердите свой выбор использовать 100 ВИ для... Да, в общем. Окей. Отремонтировали.
Похоже, вы пытаетесь восстановить комплекс. Вам нужна помощь? Ты виртуальный интеллект управляющей станции? Система откликается на имя Мира. Позвольте узнать ваше имя. Капитан Шепард, я служу в спецкорпусе тактической разведки Цитадели. Одну минуту, пожалуйста. Полномочия совета подтверждаются. Вам разрешен особый доступ ко всем системам. Ха. Просьба учесть, что для запросов о корпоративных секретах необходим привилегированный доступ. Он возможен только для представителей Binary Helix. Система готова к обработке запросов. Вы можете связаться со мной через любой голографический интерфейс вершины 15. Мне нужно найти матриарха Бенезию. Леди Бенезия отбыла на монорельсе во вспомогательную лабораторию станции Расселина. Вниманию пользователей! В настоящее время система монорельса не действует. Какова здесь ситуация? Одну минуту, пожалуйста. Идет диагностика. Критический сбой. Главный реактор отключен в связи с экстренными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Критический сбой. Наземные линии связи отключены. Движение монорельса прекращено. Конец сообщения. Вы хотите ввести дополнительный запрос? Ты знаешь, почему выключили реактор? Прошу прощения. В тот момент я была отключена. Отключение происходит в случае, если вероятен прорыв реактора или в лаборатории произошло аварийное загрязнение. Предполагается, что биологические загрязняющие объекты погибнут из-за падения температуры. Механические объекты также могут быть повреждены. Отключаем отопление и ждем, пока то, что мы выпустили, замерзнет. Хм. Как восстановить подачу энергии? Необходимо открыть клапаны системы подачи гелия-3. Это можно сделать с помощью элементов управления самого реактора. Что за наземные линии и почему они были отключены? Наземные линии соединяют мой центральный блок с различными подкомплексами вершины 15. Это обеспечивает сотрудникам удаленный доступ к моим базам данных без необходимости покидать лабораторию. При возникновении ЧП в риск-лабораториях кабели автоматически отключаются. Как их можно подключить обратно? Процедура восстановления связи достаточно проста. Роутер находится на крыше операционного здания. Включите управление, и аппаратура автоматически перезагрузится. Расскажи, что здесь случилось. Прошу прощения. Требуется более точный запрос. Расскажи, что случилось перед тем, как тебя отключили. В лаборатории была объявлена тревога первой степени. В отделении гамма произошло загрязнение. Были введены в действие меры безопасности. В лаборатории была объявлена тревога второй степени. Произошел прорыв изоляционной камеры. Было прекращено движение монорельса. Связь отключена. На месте была объявлена тревога третьей степени. Загрязнение проникло в тоннели. Станция была закрыта. Началась эвакуация. Был отправлен сигнал Омега. Какого рода загрязнение имело место? Простите, капитан. Для получения ответа на этот запрос требуется привилегированный доступ. Его имеют только представители Binary Helix. Хм. То есть все довольно проблемно, да? Так, враждебные существа. Те существа, с которыми мы встретились, они из лаборатории? Простите, капитан. Для получения ответа на этот запрос требуется привилегированный доступ. Его имеют только представители Binary Helix. Хм. Почему тебя отключали? В случае, если вершина 15 должна быть подвергнута стерилизации, мою программу и все данные удаляют. Если что-то идет не так, тебя убивают? Мои системы отключаются.
Убить меня нельзя, так как я не живое существо, а всего лишь программа базы данных. Мне нужны инструкции по ремонту станции. Критический сбой. Главный реактор отключен в связи с экстренными... Критический сбой. Конец сообщения. Все, ясно, понятно. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Давай, отключайся. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Вы выходите на крышу. Внимание у пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. Так, сохраняемся на всякий случай. И пробуем выйти на крышу. Здесь должно быть холодновато. Нет, здесь просто должно быть куча рахни! Внимание, пользователь! Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. Всего-то. Фух, ё-моё. Я-то думал, проблема. Ой. Отлично. Где-то здесь я могу что-то включить. Вот, часть все сделал. Связь восстановлена. Обрабатываю новые данные. Внимание у пользователей. Подключение к лабораторным службам невозможно. Расскажи, что здесь случилось. Прошу прощения. Требуется более точный запрос. Угу. Ну теперь у нас есть станция расселена и риск лаборатории. Какова ситуация на станции расселена? Станция расселена заблокирована персоналом. В настоящее время загрязнение отсутствует. Хм. Значит, персонал жив? Да. Однако его численность ниже официально зарегистрированной. Почему расселена заблокирована? Правила предписывают изоляцию каждого блока с целью предотвратить распространение загрязнения. Предположительно, ряд сотрудников нуждается в медицинском карантине. Если станция заблокирована, я смогу попасть внутрь? К лаборатории вас доставит монорельс. Дальнейший доступ зависит от службы безопасности на месте. Угу, учитывая, что монорельс заблокирован, точнее, уничтожен. Дай мне обзор по лабораториям. Прошу прощения. Связь с лабораториями нарушена. Информация ограничена. Ты не знаешь, что происходит внутри? К сожалению, нет. Последняя запись произведена незадолго до объявления тревоги второй степени. Дай мне обзорную информацию по комплексу. В риск-лабораториях проводятся исследования опасных биологических или кибернетических объектов. Комплекс построен внутри ледника. В случае инцидента возможно затопить его растопленным льдом. Хм. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Давай, давай. Так, ну рахни мы, в принципе, убили. Нет ничего удивительного, что здесь были именно они, потому что, как бы, да хрен его знает, почему они здесь были. Ну, на самом деле, я-то знаю, но пока что и тем, кто вдруг не в курсе, говорить не буду. Единственное, что скажу, ничего хорошего нас не ждет. Ну, относительно. Так. Хотя бы что-то мы здесь восстановили, часть систем восстановлена, это просто замечательно. Это означает, что все будет частично хорошо. Ну и надеюсь, я успею больше всего, ну, больше сделать, хотя бы полностью восстановить здесь все до того, как пойду на следующую часть миссии. Внимание у пользователей! Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Угу.
Кажется, у нас это покушать тут захотелось. Собака, больно. Захотел. Кто на замке отключены, обратитесь к виртуальному бла-бла-бла. Ну, понятно, в общем. Здесь, в принципе, ничего кроме вот этого реактора нету. Поэтому идем к реактору. И уже оттуда, я думаю, будем что-то более интересное делать. Наверное. Вы входите в главный реактор. Внимание пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Я в курсе, как бы. Сохранились на всякий случай, идут помехи, значит, это уже шестой уровень безопасности. В баке для мусора ничего не было. Даже странно. Я думал, что в каждом баке для мусора что-то должно быть. Но, видите, оказывается, не в каждом. Где-то охотник. Разрушитель. Замечательно. Мне, конечно, по башке надавали, но... Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Так, кто это у нас здесь прячется? Мимишный хантер опять, да? Ха. Так, дешифровка низкая, но все равно сохраниться можем. О, Джиггернаут, привет! Этот Джиггернаут не ожидал, видимо, что его так быстро разберут на кусочки. Ладно, ручное отключение. О! Я там смотрю, уже у нас получше оружие выдается. Да, Джиггернаут, видимо, определенно не ожидал, что его так быстро разберут. Так, ручное отключение. Черт, прокакал возможность. Все, отлично. Чем выше у нас уровень, тем более хорошую, естественно, вещи мы получаем, и это просто круто. Дробовик торнадо. Круто. Я даже, наверное, возьму себе. Пистолетик тоже себе возьму. Лучше же него вроде все равно нету, да? И винтовочку тоже, в принципе, себе возьму. А вот брони тяжелой у нас нормально нету. Давайте, кстати, по фану посмотрим, как выглядит гладиатор. Вот так вот выглядит. Довольно красивенько, на самом деле. Но у него довольно мало щитов. Это его большой минус, на самом деле. У нас же будет установлен, я думаю, что тяжелая броня человек, скорпион. И, наверное, это будет самый хороший вариант. Внимание у пользователей! Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Знаете, тот момент, когда вы уже жалеете о том, что вы включили компьютер, который вам постоянно повторяет одно и то же. Я думаю, что со всеми такое было. Ну, хотя бы раз. Так, нам не обязательно заходить с той стороны. Перезапуск можно сделать прямо вот здесь вот. В принципе, мы сохраняемся на всякий случай. Подача гелия 3 отключена. Угу. Я собираюсь его так-то включить. Вы завершили ремонтные работы на вершине 15. Ура! Ура! Ну, короче, сверху мы пообщались с Рахни, снизу мы пообщались с гетами. Общение и там удалось на славу. С Рахни, правда, похуже пообщались, но... Почему бы нет? Вы активен. Подключен к вспомогательным службам. Что я могу для вас сделать? Что значит наблюдается загрязнение? В камеру для очистки вагонов монорельса проникли опасные биологические вещества. В целях безопасности персонала станция была заблокирована. Перед входом туда рекомендуется обработать помещение плазменными лучами аварийной системы. Как активировать аварийную систему? Управление аварийной системой
находится на посту системы безопасности рядом с очистной камерой. Вниманию пользователей! В настоящее время аварийная система вышла из строя. Ха! Что нужно сделать, чтобы система опять заработала? В управлении системой произошел аппаратный сбой. Ремонт возможен на месте с применением стандартных УНИ-инструментов. Отоприте очистную камеру. Внимание пользователей! В очистной камере наблюдается загрязнение. Вход в камеру не рекомендуется. Как избавиться от загрязнения? Камера оборудована аварийной системой, подающей плазму при температуре 5000 градусов Кельвина. Она способна устранить любое возможное загрязнение. К сожалению, система вышла из строя. В чем там проблема? В управлении системой произошел аппаратный сбой. Ремонт возможен на месте с применением стандартных... Расскажи, что здесь случилось. Прошу прощения. Требуется более точный запрос. Мне нужны инструкции по ремонту станции. Критический конец сообщения. Понятно. Вы хотите ввести дополнительный запрос? Так, ну в принципе, это ладно. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Отключайся. Так, ну нам нужно, получается, выйти сюда и, собственно, пройти куда-то подальше. Так, надеюсь, что у нас будет все нормально, дорогие друзья. Собственно, доехали до лифта. Кстати, Шепард в первый раз за все это время встал правильно. Встала, простите. Ну, вы поняли. То, что до этого она все время вставала лицом к нашим напарникам, сейчас же она встала все-таки немножко в другую сторону. Было слишком предсказуемо. Нас, кстати, все-таки отравили. Обидненько. Но ничего страшного. Ничего страшного, мы можем и так походить. Вы входите в транзитно-очистной центр. Вниманию пользователей! В очистной камере наблюдается загрязнение. Доступ к монорельсу не рекомендуется. Такая Шепард типа, не буду на Рекса смотреть. Только Гарус. Они заперты внутри. Очень низкий уровень навыка. Контрольный круг. Рвались. Не уйти. Панелям. Он покончил с собой из-за того, что был замешан в случившемся? Труп самоубийцы. У нас принято бросать падальщикам. В конце концов, его сжирают надхаки. Какой ты добрый. Так, у нас опять очень много всего, и это проблема. Ладно, давайте поговорим. Вы активен. Подключен к вспомогательным службам. Это все, что мне нужно. Упс. Вы активен. Подключен к вспомогательным... ну в принципе она мне здесь то же самое скажет. Я отключаюсь. А, ну да. Вы активен. Я же забыл. Что значит наблюдается? В целях безопасности персонала. Отмена запрета. Защита отключена. Будьте осторожны. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Защита отключена. Замешательно. Нас еще и внутри ждали немножко. Оказывается. Замечательно. Сейчас еще одна такая гадость вылезет. Ау. Не люблю, когда они нас отравляют. Это вообще не круто, нифига. Сохранение прошло успешно. Замечательно. С X9 пушкой все круто. Все стало намного проще сразу. Так. Ну что ж. Мы на монорельсе. В
принципе, уже почти что дошли до туда, докуда надо. И я надеюсь, что все будет действительно круто, но... Отправимся мы с вами на монорельсе уже, дорогие мои друзья, в следующей серии. Ну а сегодня, это, собственно, все. Больше сегодня я вам ничего не скажу интересного. Поэтому всем спасибо, всем удачи и пока-пока, дорогие мои друзья. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Всем удачи!